Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, у нас очередная ПВПшечка и супер обновление. Сейчас у нас идет турнир Бибопа, и мы играем за ваши команды, которые вы нам советуете в комментариях. И смотри, кто у нас есть, и они, и все, практически все, тарарарара. Так, ну что ж, давайте, ладно, я пока радуюсь. И первая команда, которую вы порекомендовали нам в комментариях. Да, ребята, первая команда наших подписчиков — Мутагеноид. Так, Мутагеноид, где ты, дружище, Мут? Вот он, да. Раф Видение, ура! Это уже хорошо, Раф Видение взяли. Так, Бакстер Муха, где он, да, взяли. И Сплинтер, ребята! Ах ты, что ж такое-то творится-то со мной? Сегодня будет Сплинтер, и это будет... Какой-то слабый противник у нас, да? Эпический бой. Смотри, Никс, вот этот огонек прикольно они сделали. 38, но почему они не пофиксили это? Почему нам всегда находят такого слабого противника? Смотрите, это заставочка VS, на самом деле, но она какая-то... Ну, VS, да, как-то очень стрёмненько выглядит. А вот то, что он команды показывается с разных сторон, это прикольно. Да. Ну что ж, я думаю, мы не будем использовать пока что массовую атаку Рафа, потому что она сразу же вынесет всех. Да, ребята, массовые атаки, сыграл Рафа. Способность Сплинтера. Ба-бам! Он должен повысить у всех в соответствии с их классом. Способности, да. Вот мы увидели. У Рафа защиту, атаку у Мутагеноида, у Мухи крит и крит у... Вот такая вот способность. На самом деле мы ожидали от нее нечто большего. Думали, что это будет как в испытании со Сплинтером, когда он на себя может наложить просто кучу бафов на одного, но только на себя. Но, как видите. Да, ребята, вот так вот. Такая вот небольшая разочаровашка нас достигла здесь. Ну, ничего страшного. Зато черепашки из видения, ну, просто бомбические. Да, черепашки из видения, ребята, просто космические. И мы будем... их использовать очень часто. Очень, да, часто, везде, чтобы вы насладились этими черепашками. А если вы хотите себе этих героев, пишите нашему подписчику, он вам поможет обязательно. Узнавайте у него условия, ссылочка будет в описании к этому видео. Так, пока что Бакстер Стокман Муха атакует Антона Зека, и надо добивать Антошку. Бэм! О, Мутагеноид добил. И запускаем торнадо финальное. У-у-у! Огненное, крылышки-то мы подпалили этой мухе-цикатухе. Так, ну что же, наши золотые кубки, мы никуда не поднимаемся. Да, не поднимаемся, мы вообще еле вписались, мне кажется. Как-то в 1% очень мощно вошли. Не знаю почему. Да, как-то мы прям сильно отличаемся. Очень большой разрыв, опять, наверное, какой-то баг в игре. Их, кстати, очень много, ребята, очень много кто жалуется на всякие рода ошибки. Да. А мы дальше продолжаем проходить, ребята, и играть за команды, которые вы нам рекомендуете. У нас Микки Видение. Воу-воу-воу, да. Микки из фильма. Да. Рокстеди. Теперь, кстати, Рокстеди у нас же есть и обычные, и из фильма. Но у нас еще не прокачанные они. Да, Рокстеди у нас не прокачанный, но ничего страшного, мы прокачаем. Все, впереди, да. Да, и Бибоп. Бибоп, где ты, наш дорогуша, где ты? Вот наш 76 левела, let's go. Поехали, ребята, поехали. Нам бы противников помощнее. И стало бы гораздо жить интереснее, но вот что-то как-то не выпадает. Смотрим. Смотри, какой из фильма гораздо больше, чем из видения. А, так, змею, да, кора, я думаю, мы первый вынесем баскетбольный мячик ей в голову. Ну, слушай, не удалось с одного удара, но периодически урон ее съест просто. Бибоп! Донни вынес одного удара. Ничего, я думаю, мы сейчас всех будем по одному удару. Итак, исчезновение. Микки у нас, видение, исчез. Бам! И вот так вот меткость, прицел такой у нас теперь есть. Короче. И теперь, получается, у нас Микки никто не видит и никто не будет атаковать. Про него забыли, короче, ребят. Забыли про Микеланджело, змея Карая слегла. Майки из фильма по крипу неплохой урон нанес. Джастин будет атаковать. Ах, Джастин. Клубочек шерсти был брошен в нашего Бибопа. Крип, чтобы делать крип. Я думаю, сейчас защиту будет понижать нам. Ну-ка. А, тут не защиту, скорость атаки. Скорость атаки понизил. Добиваем. Добили мы крипа.
И Джастин остался. Да. Запустим белок, смотри. Хох. Вот это белочки-то побежали. Ой, какие мощные белки. Кстати, это первый Микеланджело, у которого, по-моему, если не ошибаюсь, это массовая атака. И... Да. Потому что предыдущих майки ни у кого ее не было. Так, ну что ж, мы получили 27 кубков. Конечно же, мы никуда не продвинулись. И колесо мастера. Мы крутим, получаем денежку. Денежку получаем. Никаких факов мы не получили. Вот так вот. Так, что же у нас? Кто у нас дальше? У нас Микки из видения. Опять? Да, опять Микки из видения и пиццелицей. Какой состав? Какая компашка? Майки любит пиццу, пицца любит Майки. И они сейчас вдвоем сразятся. Сразятся против наших противников. Вот у нас будет Джастин, да, Бибу, Пахан, Карайка, если не ошибаюсь там. Да, и Тигриный Коготь еще. Шикарно, ребята, шикарно, просто великолепно. У нас два героя и... Прячемся! Прячемся! Спрятался у нас Майки. Так. И что же, пиццелицей? Пиццелицей. Бам! С одного раза выносит. Ну, он у нас 80-го левела, ребят. Это уж прям, мне кажется, любой... Ну, топовый ловак, да. Поэтому... Любой противник ляжет с первого раза, это 100%. Так, все атакуют пиццелицево, Майки никто не замечает даже. Джастин! Опа! Промахивается. И мы теперь можем по Бибо поатаковать. Бам, бам! Ух ты, что ж ты? Ух, заблокировал способности, классно. Ни одной из черепа, кстати, не было блокировки способности. Да, не было ни у кого такой возможности. Джастина немножко мы дамаг нанесли. Карай атакует. Массовую атаку используют. Все нипочем в нашей команде. И да, осталось... мне кажется, они могут атаковать бесконечно нас. Да, и ничего нам даже не будет. Да, и ничего не будет. Промахивается в очередной раз и добиваем Джастина. Хоу, добили Джастина, и у нас остался Бибоп, Карай и Тигр. Тигриный Коготь. Так, ну что же. Никто даже, ни чуть-чуть даже... Да, даже не капельки, то есть... Ну как так? Один, вот... О, 181, представляешь? О, шикарно, Тигра отстрелил нам. Немножко урона. Пиццелицей, добивай его. 262 и Тигра. 38 урона. Слабо, конечно же, Тигра слабый. И торнадо такой. Мини-торнадо от Майки. Слушай, ну вот эти тяпки у него прикольные. Тяпки, да. Действительно, они похожи на какие-то тяпки. Так, ну что же, колесо мастера. Получаем комик из канализации. Кстати, они нам понадобятся, нам нужно отгрейдить очень много персонажей, способностей. Следующая команда. Рокстеди, наверное. Написано, что Рок стоит. Ну, раз Рок стоит, ну, Рок стоит, понятно. Да. Лео... Видение. Видение. И все. И все. Хорошо. Понимаешь, два персонажа и все 80-го левела. Да, я думал, что все-таки разработчики нам сделают нормальных противников, но... Да, подбор противников будет более грамотный, но, ну, как видите, как-то так. Да, ребята, как так, и сейчас будет опять VS. Прям как в Mortal Kombat, мне кажется. Да, похоже. Нет. Ну, в старых Mortal Kombat. Возможно, старых, да, какая-то такая графика не очень. Выстрел! Слушай, даже не с одного удара. Stockman Fly выдержал и сразу лечится. Ну, конечно. Так, а теперь мы можем нейтрализатора вынести. Выносим. Рокстеди у нас мощную атаку имеет. Прям колоссально. Да, Рокстеди у нас сильный герой. Никто не может выстоять против него. Так... Пока что промахиваются, у Лео очень хорошее уклонение. Всем не нравится Лео. Всем не нравится? Не, по нему все атакуют. Рокстеди отдыхает. Так, добили мы все-таки Stockman Fly. Еще одна атака у нас будет у Лео. И, пожалуй, Донни из фильма. Ух ты, не вынес. Не вынес, но Рокстеди его добьет. Бам, Рокстеди на подхвате. Все, осталось два противника всего лишь. Ну что ж, я думаю, мы добьем их легко. Да, конечно, добьем. Ой, защиту нам понизили. Я же говорю, никто не любит Лео. Смотри, все атакуют его. Все его атакуют. Все его боятся. Они просто чувствуют, да, что мощный перс. Так, отлично. И Рокстеди. Бам! 3700. Ух ты, как хорошо, а. Просто шикарно, ребята. Очень отличный выбор. Пишите в комментариях ваши команды. Мы обязательно за них сыграем. Обязательно. Да, не забывайте выбирать новых черепашек из видения. Ну... Да, у нас все персонажи есть, ребята, так что по вашей воле мы
сыграем за любого. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До встречи. До скорой встречи в новых видео, ребята. Пока. Пока.